Всем привет! Представляю компактный индикатор чередования фаз Fluke 9062. Модель бесконтактно определит направление вращения синхронных и асинхронных электродвигателей. Это удобно, если нет возможности увидеть вал. Диапазон напряжения до 400 вольт. Корпус защищен от пыли и влаги. В комплекте идут 3 зажима крокодила, 3 тестовых щупа, 3 тестовых провода и аккумулятор на 9 вольт.